Приветствую всех на канале «Женственность и юбкомания». С вами снова Марина, и сегодня я записываю свой дневник успеха. Знаете, у меня сегодня вечером было такое ощущение, что я вообще сегодня ничего не сделала полезного. Хотя на самом деле я сделала много мелких дел, которые вот такие мелкие, но они очень важные. Если их не сделать, то очень большой ком может образоваться, таких, знаете, забот, таких дел, которые копятся, и в итоге превращаются в большую неразгребаемую кучу. Вот. Но почему-то, по ощущениям, было такое, что как будто бы я не делала ничего. Ну, в общем, вот. Но я все равно расскажу о том, что я сегодня сделала. Успехов довольно-таки много, на самом деле. Мелких, но много. Вот, я отправила подружке деньги за то, что она мне присылала, то, что она для меня шила, подгузники. Вот. Это хорошо. Я 3 недели ей обещала, все забывала, откладывала на потом. И никак не могла добраться до электронного счета своего, добралась и отправила ей деньги за это. Вот. Я составила таблицу клиентов. Сегодня записала туда всех, с кем общалась, и написала, в процессе работы находятся они или в процессе вопросов, анкет и так далее, и так далее. То есть я прям заполнила эту таблицу, решила вести ее в Google Docs, ну, просто в Google документах, в Google таблицах, потому что это удобно, это сразу в электронной версии, и оно автоматически сохраняется, ничего никуда не пропадет, не удалится, и можно в любой точке мира, имея доступ в интернет, выйти в свою таблицу и посмотреть результаты работы с клиентами, да, и передать менеджеру, если в случае чего. Вот. Дальше я продолжила шить то, что мы с мужем сооружаем, шьем. Покажу вам завтра. Ну, чуть-чуть работа еще продвинулась. Дальше созвонилась с девушкой сегодня, договорилась о возможном сотрудничестве. То есть ей нужно посмотреть некую информацию. Я скинула ей информацию, и она посмотрит, и мы дальше будем, возможно, работать с ней. Написала всем клиентам, с которыми были вопросы на прошлой неделе, которые задавали вопросы, интересовались. Вот жду от них от всех ответа. Дальше. Сейчас вот закончили с детьми делать уроки. Они вечером, они как-то ленились, на самом деле, за столом делать уроки, поэтому доделали мы их на кровати. Сидя в кровати, доделывали английский и дорешивали, решали математику, задачки, все такое. Ну, то, что можно, в принципе, делать и на кровати. Вот. Сегодня... Что еще такое? Ну, домашние бытовые дела я вообще уже не обсуждаю, да? То есть это приготовление еды, стирка белья, какая-то уборка, которая на самом деле занимает время. И если в сумме так смотреть, то часа 1,5-2 уходит на все эти дела в течение дня, в принципе. То есть на все домашние дела уходит время, да. И об этом говорить уже просто не имеет смысла. Все девочки, наверное, этим занимаются, и работающие, и не работающие, тем более мамы. У них у всех есть такие дела, и это всегда успех. Потому что, когда это делаешь, ты чувствуешь, что круто. Было на кухне грязно, стало чисто. Было белье грязное, стало постиранное, да? То есть вот такие вещи. Вот. Что касается еще... А, купила доменное имя. Классное доменное имя. youtubekanal.ru. Представляете, оно было не занято, мне так понравилось, и я его решила купить. Пока к сайту его не очень получается прикрутить, там какую-то ошибку выдает, но я думаю, что это с самим сайтом проблемы. На BM Bullet я сижу сейчас. Это сайт для лендингов специальный BM-овский, бизнес молодости. Я написала в техподдержку, уточню у них, почему так. А пока что вот ссылка на мой лендинг, который я все-таки доделала вчера. Ну, пока что без доменного имени, ну, все равно там есть уже некая информация, вы можете получить полезный чек-лист для себя, если пройдете по ссылке, скачаете и оставите свою почту, заявку, кто хочет YouTube-канал, оставляйте, подключайтесь, будем сотрудничать. Ну, написала еще сегодня то, что не написала вчера, кое-какой текст, и продолжаю работать с каналом клиента. То есть вот такие вот у меня дела сегодня, поэтому много мелких, но приятных. Настроение хорошее, на улице минус 25, сегодня не гуляла и не собираюсь туда выходить, совершенно не хочется, хочется на море. А вообще встретимся с вами на YouTube, друзья, пишите свои комментарии, отзывы и видео-ответы снимайте. До встречи!